В Южно-Казахстанской области запустили водохранилище «Карашык». Так, в сельском округе Ушкаек в Туркестане решили проблему с дефицитом поливной воды. По словам местных жителей, из-за этого некоторые из них в свое время отказались от земледелия. А пользоваться водой из арыс туркестанского канала было сложно из-за дальнего расстояния. Теперь, когда построили искусственный водоем площадью 700 гектаров, вместительностью 2 миллиона кубометров, вопрос решился. Раньше у нас не хватало поливной воды, и мы засевали всего 30 гектаров. Теперь планируем увеличить посевные до 1000 гектаров. Надеемся, что наши поля зазеленеют.